Накануне Государственная Дума России ратифицировала договор о присоединении Кыргызстана к Евразийскому экономическому союзу. Без обсуждений подавляющее число российских нардепов проголосовали «за», а после и вовсе устроили длительную овацию киргизской делегации. Леонид Слуцкий, глава Комитета Госдумы по делам СНГ, представлявший договор парламенту, так охарактеризовал произошедшее. С присоединением Киргизии ЕАЭС станет крупнейшим по территории и одним из ведущих по ВВП и численности населения объединением. По добыче нефти ЕС занимает первое место в мире, а по добыче газа – второе место. И по производству минеральных удобрений – второе место. А по выработке электроэнергии – четвертое. ЕАЭС – отличный выбор для тех стран, которые хотят получить экономическую выгоду от сотрудничества, однако не желают участвовать в сомнительных политических играх. Однако для Киргизии путь в Евразийский союз не был легким. В стране и за ее пределами регулярно появлялись внешние силы, готовые, не стесняясь средств, противодействовать интеграционным процессам на постсоветском пространстве. Между тем, внутри самой республики активно ведется подготовка к открытию границ. Кыргызстан уже выполнил первый этап, обязательный для ликвидации границ с Казахстаном. Технически переоснастил 4 таможенных поста. Одновременно завершается процесс снятия санитарных, фитосанитарных и ветеринарных постов и признания эквивалентной системы ветеринарного контроля. Однако пока в республике аккредитованы всего 2 ветеринарные лаборатории. Впрочем, оборудование для остальных ветлабораторий и еще 7 таможенных постов уже поступили от союзников под ЕАЭС. О том, насколько быстро может измениться ситуация в республике после присоединения к ЕАЭС и что ожидать рядовым гражданам, и готова ли Россия взять на себя роль локомотива в данном интеграционном объединении, рассказывает эксперт и журналист Григорий Михайлов. Если понимать под изменением ситуации действительно какое-то качественное изменение в экономическом положении и так далее, то это произойдет не раньше, чем примерно через полгода-год после полноценного вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз. Норма пребывания мигрантов, кыргызских трудовых мигрантов в России и в Казахстане, они могут быть изменены гораздо быстрее, чем через год. То есть в данном случае изменения наступят раньше. Как и любое интеграционное объединение, когда вы входите в любой союз, будь то экономический союз или будь то просто брак между мужчиной и женщиной, неизбежно возникает определенная сложность и процесс притирки. В данном случае сложности могут возникнуть на уровне документального оформления, на уровне проведения грузов через границу, сертификации грузов для того, чтобы установить, что оно соответствует стандартам Евразийского экономического союза.